Потом он сказал своему переводчику, то есть Ираклий, скажи ему, спроси его, каково происхождение этого человека. Я ответил, говорит Абу Суфьян, происхождение у него достойное. Кто-то дальше, говорит император, задает второй вопрос. Кто-то до него говорил такие слова, которые говорит он или нет. То есть кто-то заявлял, что он пророк, говорил нечто такое раньше среди вас. Нет, сказал Абу Суфьян. Раньше, до того, как он стал говорить, что он пророк, вы уличали его когда-то во лжи или нет? Нет, сказал Абу Суфьян. Никогда не уличали пророка, алейхиссалату вассалям, во лжи, никогда не лгал. Фалькана мин аба и мин малик, а были ли среди его предков цари, правители, дальше спросил император, нет, сказал Абу Суфьян. За ним следуют знатные люди или следуют простые, слабые люди? Я ответил, слабые люди за ним следуют, незнатные. Увеличивается их количество или уменьшается? Я сказал, нет, увеличивается их количество. Кто-то вышел из его религии, будучи недовольным этой религией после того, как принял ее? Нет, сказал я, говорит Абу Суфьян. Он поступает вероломно? Да, нет, не поступает вероломно. Но у нас сейчас перемирие, и мы не знаем, как он поступит. Мы боимся, что, может быть, он поступит вероломно, сказал Абу Суфьян. Он искал возможности вставить какое-то слово плохое про пророка, алейхиссалату вассалям, и никак не мог, а тот сказал, но между нами перемирие, и мы еще не знаем, как он поступит. И говорит потом, Абу Суфьян рассказывает, другой возможности сказать какое-то слово, чтобы потом меня не обвинили во лжи, какое-то плохое слово про него, и как-то умолить его, то есть пророка, алейхиссалату вассалям, у меня не было, поэтому я сказал вот это вот слово, чтобы я потом не боялся, что меня обвинят во лжи. Дальше Ираклий спросил, сражались ли вы с ним и сражался ли он с вами. Я сказал, да. И как шла война между вами? С переменным успехом. Иногда победу одерживали над нами, иногда победу одерживали мы. А что он вам приказывает? К чему он вас призывает? Я сказал, «Я'муруна на'абудаллаха вахдаху ла нушрику бихи шей'а». Он приказывает нам поклоняться только Аллаху и не предавать ему ничего в сотоварищи, никому не поклоняться наряду с Аллахом, субхана ва та'аля. وَيَنْهَانَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا и запрещает нам то, чему поклонялись наши отцы, или то, что делали, то, что говорили наши отцы. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ и приказывает нам намаз, وَالصَّدَقَ и صَدَقُ وَالْعَفَافْ целомудрие и выполнение договоров и соблюдение доверенного. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.